Здравствуйте, меня зовут Захария Габриэла, я исполнительный директор Ассоциации для продвижения молодежи 21 век. В 2006 году наша ассоциация принимала представителей 15 стран Латиноевропейской молодежной водной парламент, так что проблемы чистой воды и санитар – одна из целей устойчивого развития для нас на новость. Создана молдавская сеть добровольцев центра, который занимается качество питьевой воды из публичных колодец, посадка деревьев и многое еще другое. В основу нынешнего года проблем добывалось, так что первоочередная задача – обеспечить добровольцам необходимые экипировки, перчатки, маски, средства для дезинфекции, айфоны, иначе нам не выполнить хоть бы часть цели устойчивого развития.